Битек нен кинди кречилер битеги бужак узкой берине кералароот бүгүн бигиген рокка биллеринен дигин баштата ден аттамыт астрок тугунан кепсях бит. Ол курдук бу манан народтар дордугуларын болостатын кабуллар хаба ортотугар 304-дөн 3 жыл аннара өттүтүгер чукусы корот белете болбут. Корот гербетигер хоюканга дере оюламыт астрок бу манан турбута. Кетинче икисылакка жыкускай корот 370 сагын толун агая кону калбытын кеннен башны хомоюк ген умаян калбыта. Үбүлүйдөк тарехинге анан берт ыксылынан кихит оллор түрген депетнен. Народный мастердар бригадалары Эрнст Алексеев Салаячыла, онна урбаниттар Андрей Высокий, онна Василий Атласов көмөлөрүнөн көнүстери түннери үлелен башны копиятын туппуттара. Бутугунан Эрнст Алексеев мандыкахтар. Чекилакка Иди таталор дофуна. А зон да вот так коротко. Оно это варе Николай Финиш Попохтин, музей директор Терен Кимията Лавата, Яхна Диандар, коротко ден. Кладнах Тетер Алексей Николай Николаевич. Зон ниги на Харсадилке. Ну, плохо, ниги на Харсадилке. Были башни, вот моя албита, коротко, блага, символа. Бел он вот так поладил. Он тут у меня он, ну, ага, да ну раз иди. Он не ехал вот так органнее. Ну, и ты была ну он устетки. Была она и ну там то, брали посюрбет я где, он когда успел ехать, иран, иран не ехать надо, маспатен танасти ехать надо, и тут тох там бел он. Тут вот танардиен тут арку тут был батахтиев там. Он на кастав там, он и кинерить биттере. Он на тебе хаяхтаны. Дон Дорбун хом яхтан вон бир волы деревнеттен. Это бары ты дон Дорбун хом яхтан кебипе. Он на вола на кин кастав там Николай Николаевич. Он им я хочу выиграть-то. Он на вон чего не играл бы башнену. Тут охсун делает. Тут оралох были тостори вот так. Оно то совместим дир. Олох тут таран, тут таран дир это дир. Оно не единый будем дир это вон на Атлаб Николай, Василий Николаевич эти заим катер. Оно тут охот дир это ног по ноге дир хот. Оно че дир хот а я хотим вот да. Ими нам где олох. Тургенью лугаринан хобнам вот келен акаяты вет это инструмент нарбытын ды таманлай онда андрей высок лекген бар оке тохта бош олочу экен инструмент нарбыт тартан гислер кайда настроение вет келне то тоха көйер бытын нора хат яқыт кем болды онтан аны болана это о чертюха надо болла он Николай Николаевич тем я архив каждый вот сушидинга, вот я чертюхом был бот, Владимир был виден, он да был на Алексеева, Мария Степановна где на архитектор бар, когда это ол, и то ровно, то у моей нере иньне обмер давде вот хотя бит бы кордук, иньне чертюха бар, он на ол Мария Степановна хаята миха, консультанта. Я вон на гуляю на барбе. Он был на хасерда, это автоатровод. Он на тюн бил гадрюли. Тюн был, да, я харангара не рер, а на я прожектора не рер. Лох, тохта вдай давле. Он на тюн гэб я стахи вот. И чё я дыга хатал дар, я была и ресторана. Бахла Николаевич. Олоки дигаха патаго онну билен аны көрүңөрө мастара бу өдөңдөрө маны рахтан көрдө хати туура исписка маган көрдө кетинде бартын таттаңстан бартын хатырктан устурустан аны ол мен улаттарын биле ары үчүгө көйөр улаттар он одинен жоомма патагин
Онан жақы ол үрде ауыз, оны жоғырдақ ден шоқпыдым. Ол әмінің дейін көрім. Итақ ая, иді бара ғуғаншы күн еген. Әпті ғуғаншы күн де болды бұл бәкірін нағына. Әпті бәң бұла ғұрыябын, шытына ғұрысауын, оны ғұрыяр екі олақпын. Оны алыр жат. Олы ұстыр-ұстылар, қатар үстейлер, дөні жәбегі. Көріні әбет, оны үрдіңін күрдің әб олдаданы. Әманнағылан ақыладым төрдік біт, оны қалан әйт. Ол күрдің ұрын, дән күреметер бітер біттік. Аны қалтырқая, инчағая, ол күйін. Тоқтауқтайда, итардақта әті, аны өрежектер бұт, ол ұнан бар, ғыбаттық. Көстіпет, олы хинжас бәлі санына жаған, ұбыл өр үлдікке. Қалтырқай, оны бәм үлдігі әбін жа. Бір әмі ол дәңнәметер деген, оны олаттан ұрайын әйе. Оғы дәңнәнен әйеден, ұбыл өр үлдіктен дар қайды. Онында құдожниктер келен көміріс біттірі қада. Үті балқы болмыты әрінген. Оны бұла мен, манна бір ал балкондарын, столбаларын үтін хағуынғын бұтым. Онтың әрі напчықын бұтым түп болдар ке. Маңдық ұстойката ұлық бәті, ұлықта әті. Оңында түргені ұқсала бәтті орылы. Түйіндері бөлейді. Түйін біргенлі. Үтір бұтта аяқ. Тоқ күлді кен бітер біппіт. Оңның қалчы күрдіән бірен куған ұлданыр ұлбатаға. Порта дигнен то болды. Хүгәннән, оны арбияннан қалалар барын. Мүшелерін ұлағын ұстар, оттан бұл басын мүшелерін ұлдақтыр әді. Тағалар да қаябыты үлеттіктері болу, бұны ағын үлдәқ, жоғырдағы ұсымақта, мүшелерден бақы үйреметі әйті үлдік. Оттан мүшелері туақтен аңдай дұға иккері ұс бар дейдер. Директор мұрамарға, оның ұшалар масқа дейін. Оның өткер ұлақ. Мағады ұйын бәс та? Жаманар ағынай бар. Бәс та бар, тиіт та бар. Аны болла, ана масқыт бүті ал бүті, аны кәтесіп бет бейдік бүгінші. Балтара күнің болу. Барта қысал, бүдік көстіп әп болла. Сейчас мы находимся в башне, в надвратной башне Якутского острога. Этот объект, конечно, у него очень такая печальная история. Это одна из самых таких вот, сказать, исторических утрат не только для нашего города, но вообще для всей республики. Потому что это все-таки тот, когда он был настоящим, да, то есть когда он стоял еще на территории краеведческого музея. Это был, и до сих пор он есть, это историко-архитектурный символ нашего города Якутска. А силуэт этой башни у нас до сих пор он сохранился на флаге города Якутска. И также буквально до недавнего времени он, силуэт этой башни был изображен и на гербе города Якутска. Сейчас герб у нас поменялся, но практически весь период 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов этот силуэт этой башни был на гербе города Якутска. Дальше, почему она называется надвратная? Да? Потому что она стоит над вратами. Это, собственно, есть ворота города Якутска. Вот эти двери, когда открываются, да, она как бы проезжая. Проезжая башня. И вот сейчас вот здесь вот можно посмотреть как раз вот картину, знаменитую картину Ивана Васильевича Попова. Это, конечно, у нас есть эта репродукция. И вот здесь вот на, да, вот слева, да, вот башню видите, да, вот она есть надвратная. И, да, и чтобы зайти к ней как раз, да, собственно, в Якутский Кремль, то есть тогда это называется Якутское воеводство, надо было пройти через эту башню. То есть вот они, эти ворота, поэтому она называется надвратной. А тут народе называют башней Тыгына. Башня Тыгына, но это дело в том, потому что ее стали называть именно уже примерно по документам, да, где-то середины 19 века уже. Почему? Потому что это была просто отсылка к той эпохе. Но ясно и понятно, что эта башня она была построена по официальным данным уже в
17 веке, в начале 80-х годов началось строительство. То есть никакого Тыгын-Дархани вы же и речи не было, да, на самом деле. Потому что, если вы прекрасно знаете историю, у нас уже Мазары Базеков со своими друзьями еще в 70-х годах, да, 17 века уже был у царя и просил административную судебную власть над своим народом. Мазары Базеков — это внук. Внук, да, Тыгын-Дархана. Ну, и поэтому это, конечно, это просто вот, ну, как бы было понятно, да, чтобы к какой эпохе его присоединить. Потому что народ был безграмотный, и говорить о 17 веке, о 17 веке, это, конечно, было очень сложно. Поэтому такое вот народное название, да, башня Тыгына. Идею курдукти, это на халлан кевиспите. Устан кевиспи. Арай, ну что так полон? Да. Вот он был на архивковаре, это не. Ким Николай Николаевич Булдум где-то архивтан. Окна баранта был, ким я на Мария Степановна, я на лох. Лох ты нах ты бар на хаятаде. Ты мэри дятаде. Он на бета манок. А ты хаяден хувалир. Манан мандук чуолган наах, хеднен чуолган наах. Онна бойты, балконнар бүгілара хүрдәх ұстук. Ман савара алар, онна тәнге бартынара шуаттан. Ол барта манна ықсал болады. Лиханген барта хүрдәх чудоң олды бұта. Олаттарым ұстара чуэддер әбәт. Он не может быть. Ола дигнеа. Ото ну музей бары дегер. Бәте, ну тақ тұр бұда, кімден әділ бәдеді. Әдіңтен де өйден өнерге бәрі бұл қорапыт әшейін бала бетті. Оны қарыстыға дегенлерді үйді біттірі музейге. В чем отличие Острога от, собственно, от Кремля? Острог идет у нас от слова острый. Острая — это новая стена, острог. Поэтому башня у нас называется башня Якутского острога. А внутри у нас, да, этого острога был еще дополнительно, так сказать, самый главный — это детинец, Якутский Кремль. И это все вот эти стены, они у нас сохранялись буквально до 22-го года. И вот примерно как раз 100 лет тому назад, получается, эти стены, последние стены вот с улицы Марка Жиркова, они были разобраны. И ушли на, собственно, на Якутскую электростанцию, потому что период был очень серьезный. Город Якутск как раз, да, он стоял, был, можно сказать, в полной осаде от противников советской власти. Ну, кроме вот этих стен, еще была разобрана еще одна Богородицкая церковь деревянная в Залоге. Ну, к сожалению, это все пропало. Но в любом случае, вот тогда, когда к нам приезжали, а у нас же Якутск — это форпост освоение Северо-Востока, Азии, да, это был большой научной базой для всех путешествий ученых именно на Северо-Восток Азии. А начиная уже с первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга, все ученые, которые были здесь в Якутске, они всегда отличали его именно то, что оставалось именно из этой башни, об ее уникальности именно для истории вообще Руси. Потому что вот все архитектурные приемы, которые были у нас здесь, да, они еще и шли от Ивана Калиты. То есть все раньше русские города, они выглядели примерно вот так, как изобразил ее Иван Васильевич Попов. С середины 19 века люди стали более образованы в городе Якутске, и, соответственно, стал подниматься вопрос уже о сохранении остатков вот, да, Якутского Кремля и, собственно, этой башни. Переговоры были очень длительные, и все это двинулось, да, только благодаря тому, что к нам в Якутской области стал губернатором Иван Иванович Крафт. И тогда вот ее родное место – это нынешняя площадь Дружбы народов, там, где сейчас памятник Кулаковского стоит, да, напротив как раз
театр оперы и балет. Это ее родное место. И вот там у нас как раз был разбит первый сквер. Как раз вместе с этой башней. Первая, часто называют ее по-официально, как бы модно говорят, общественное пространство. Город Якутск тогда не было никаких ни площадей, да, украшенных. И это было первое. И вот после переписки ходатайства самого Столыпина, да, между Государственной Думой в Санкт-Петербурге за подписью Николая II были выделены 3000 рублей для реставрации одной из этих башен. И здесь вот вы можете посмотреть, то есть это только часть тех, той переписки, которая была. Переписка была очень длительная. Ну и, конечно, вот в советский период, да, она стояла, да, до 60-х годов, до начала 60-х годов на своем родном месте, а потом ради сохранения этой башни она была перенесена на территорию Краеведческого музея. И, к сожалению, там она в 2002 году, в преддверии Дня города, она у нас, к сожалению, сгорела. И в Советском Союзе, и в современной России объекты деревянного зодчества всегда горят. Вот последняя была утрата, это тоже вот был Успенский собор, сгорел, тоже уникальный был памятник, то есть церковь, да, деревянная, она сгорела. Ну, в общем-то, и, конечно, сейчас вот мы пытаемся что-то, как-то это все сохранить, особенно ну, объекты именно деревянного зодчества. У нас республика это отличается именно тем, что у нас все из дерева. Те же и балаганы, юрты, амбары, все это у нас пока есть, и мы пытаемся это сохранить. Вот здесь вот надо вот, да, уже, наверное, просто я вам покажу. Нет, не выставка, а вот в каком состоянии она была. Здесь вот вы можете поснимать это все, да? То есть вот, да? Вот этот идет у нас вот. Ну, я вам сейчас буду объяснять. Да? Это у нас идет проспект Ленина, здесь магазин Туймада такой стоит. Вот здесь вот театр оперы и балета. Вот в таком она состоянии была. И вот благодаря вот Ивану Ивановичу Крафту вообще тогда пошло вот такое движение и в городе Якутске, вообще на Дальнем Востоке было решение здесь разбить сквер. Первый городской сквер. Вот так вот он выглядел. То есть тут собрали, тут работал фонтан. Тут в летний период каждую субботу, да, ну вот выходные дни оркестр играл. Люди там высаживали все кусты, которые можно было собрать в долине Туймада. То есть это одно из самых таких культурных летних мест. Все это здесь было. И вот он просто назывался городской сквер, а потом уже, ну, в благодарность, да, Ивану Ивановичу Крафту сквер назвали имени Ивана Ивановича, сквер имени Ивана Ивановича Крафта. Сейчас вот этот памятник, да, бюст как раз стоит на этом месте. И вот здесь вот тоже фотография тоже хорошая, вот здесь можно посмотреть, но пока еще башня не отреставрирована. Видите, а на заднем фоне еще вот остатки Якутского Кремля находятся. И вот здесь вот у нас тоже фотография, вот когда были выделены деньги, вот торжественное освещение реставрации над Уратной башней. И вот так вот она стояла у нас, вот теперь примерно можете понять, да, то есть это напротив Яфана стояла всегда. Основные мероприятия, которые были связаны с днем города Якутска, вообще хождение там Якутии в состав российского государства, основные мероприятия всегда проходили именно на этой площади. Поэтому она называется до сих пор Площадь Дружбы Народов. В 81 году была завершена как раз вот реставрация уже под руководством Александра Викторовича Ополовникова, этот знаменитый реставратор советский, российский, он знаменит тем, что он, ну, как бы оставил очень большую, серьезную школу по реставрации деревянного зодчества. И вот в 81 году он ее отреставрировал. И, к сожалению, вот, да, в 2002 году она у нас на территории сгорела. И вот уже это было понятно, было вот постановление, да, посмотрите здесь, Илья Филиппович Микачук, это все-таки символ, да, историко-архитектурный символ, надо было его остановить благодаря тому, что, Эрнст Александрович, да, это его бригада его это все воссоздавала, реконструировала, то есть работа была очень такая достаточно серьезная и быстрая, и достаточно серьезная, то есть можно сказать, мы сейчас находимся в этой башне
копия той, которая была отреставрирована Александром Львовичем Половниковым. Сейчас мы находимся в таком месте. Правильно называется, это не балкон называется. Ну, видите, конечно, он балкона сделал. На самом деле, правильно называется часовня на связь. И вот когда вот, если посмотрите картину Ивана Васильевича Попова, Якутск, конца 17 века, там прямо видно, что люди стоят и бьют поклон. На самом-то деле, вот эта часовня, она, ну, как бы, все-таки русские, да, были православными, они были достаточно религиозными людьми. И при том, как зайти именно в город, они крестились. Ну, еще кроме того, то, что все-таки считалось, что иконы защищают город, да, от врагов, от ненастья, от болезней. И вот это вот наша икона подарила уже нынешний депутат Государственной Думы Сагдана Синьфилов. Добавили здесь экспозицию. Здесь у нас пока, ну, постоянно висит, здесь, потому что у нас очень много туристов приезжает. Практически все туристы, которые приезжают к нам в республику, они обязательно, как правило, уже 3 года уже посещают нашу башню в любой сезон. Пускай это будет зима, это лето, весна. Очень много командировочных просят там, чтобы мы открыли.